Моє вітання з дальнього кордону. Сьогодні у нас в гостях непересічний мисливець, великий шанувальник полювання з мисливськими собаками Юрій Вітольдович Горський. Рад привітати вас на нашому дальньому кордоні. З Юрієм ми знайомі вже багато років, і я можу стверджувати, що мисливство для нього – це не просто стан душі чи захоплення, це світогляд, це культурологічне позиціювання себе у сучасному середовищі. Я був у тебе вдома і мав нагоду в цьому переконатися. Я не представляю свою жизнь без охоты, и прежде всего не представляю свою жизнь без охотничьих собак. В этом году я открываю свой 45-й сезон. Ну а собаками я занимаюсь больше 50 лет, поэтому за это время как бы это вкоренилось в мой образ жизни, каждый день моей жизни. Сегодня у меня 12 собак. А 12 собак надо накормить, ими надо заниматься, надо уделять внимание, ездить на соревнования, выставки. Ну, поэтому жизнь моя этим поглощена полностью. Но я держу собак разных пород, то есть для различных видов охоты. У меня есть борзые, у меня есть норные собаки, у меня есть легавые собаки. Ну, есть и на сегодняшний день и овчарки, потому что, в общем-то, время смутное, надо жилье свое защищать, они мне в этом помогают. Так с чего все начиналось? Ну, все начиналось с собак. Первая собака у меня появилась, охотничья собака, когда мне было 5 лет. Вот вы видите здесь на моей рубашке эмблему Таксу. Эта собака была именно Такса. Мне подарили ее мои родственники, достаточно известные охотники в Харьковской области. И эта собака у меня прожила 15 лет. Это была первая охотничья собака. Но вслед за ней уже пошли другие охотничьи собаки. В 15 лет у меня уже был спаниель. И уже с этим спаниелем мне захотелось охотиться. Вот. Ну, времена в то время были более простые, чем сейчас. Один из знакомых нашей семьи подарил мне ружье. Одностволку, с которой в свое время охраняли амбары в колхозах. Но, тем не менее, это было охотничье ружье. И я стал охотником. В 15 лет я был уже секретарем секции охотничьего собаководства Харьковской области. И на сей день еще сохранились даже протоколы, которые я в то время вел на этой секции. Ну а дальше, как говорят, количество собак увеличивалось, охотничий стаж увеличивался. Потом наступил такой момент, когда я должен был идти служить в армию. Хотя я мог и не идти, потому что я уже на тот момент учился в юридическом институте, но собаки меня тоже двинули к этому, так сказать, подвигу. Я перечитал очень много книг о Никите Федоровиче Карацупе, о его верной собаке Ингусе, и решил служить в пограничных войсках. Пришел в военкомат и попросился. Я говорю, хочу служить в пограничных войсках. Ну, на меня немножко подозрительно посмотрели. Думаю, что это такое, может, человек туда уйти, на ту сторону. Ну, тем не менее, через время приехал подполковник погранвойск, пригласил меня для собеседования. Я прошел это собеседование, вскоре был призван пограничные войска КГБ СССР, направлен в специальную школу служебного собаководства, которую окончил, и потом приехал служить в Каракалинский пограничный отряд, где был старшиной инструктором. У меня в подчинении находилось порядка 200 человек кинологов, столько же собак, 22 заставы. И вот там 27 месяцев я нес службу. А в мисливських породах у тебе є пріоритети? Лягаві, норні, хорти? Ну, вообще, конечно, приоритет прежде всего легавые собаки. Потому что охота на птицу, она более динамичная, она по времени происходит более дольше. Но, тем не менее, у меня есть и борзые собаки, есть норные собаки. Вот. У друзей у моих есть лайки, с которыми я тоже охочусь. Но все равно приоритет – это легавые.
сейчас я иду к своим собакам. На этой царне у меня содержится 4 собаки. 2 курцхара. Это курцхар Курт, курцхар Леди. И 2 овчарки. Одна немецкая овчарка и одна бельгийская овчарка Малинуа. Это награды, заработанные моими собаками на различных выставках и состязаниях. А это портрет моей одной легендарной собаки, эстакада Вальяж Филипп. Его уже в живых нет, но память о нем, как говорят, всегда со мной. Это его медали многочисленные. В этом вольере у меня содержатся, ну, прежде всего, 2 собаки-ветераны, чемпионы Украины в прошлом, Рут Росси, Алграф. Вот собаки уже молодого поколения, Радхар Дайра. Здесь в этом вольере грейхаунд Табиета, бельгийская овчарка Грюненталь, молодой курцхар Шериф. Очень перспективная собака, собака, с которой я уже выступал на многих международных соревнованиях. Он показывает очень великолепные результаты. И в позапрошлом году он вошел в рейтинг 5 лучших курцхаров Украины. Ти неодноразово ініціював проведення на Слобожанщині комплексних регіональних змагань, де саме і випробувались лягави. Ну, ця ідея у мене зародилась років 15 тому назад. Коли я став держати дратхаров, я прочитав дуже багато книг о тому, як їх готують в Германії, посмотрел програми німецькі, як проходять ці испытания. И состязания в Германии, и решил организовать такое у себя. И уже на протяжении вот 15 лет мы ежегодно проводим такие состязания, они называются Кубок Слобожанщины, на них съезжаются любители охотничьих собак из различных регионов. Сейчас это у нас стали проводить и в других регионах, но на тот момент, я могу с уверенностью сказать, ни в одной области Украины таких состязаний не проводилось. Мы были первые, были пионеры. Вот. И действительно, для собак немецких пород это необходимо, чтобы собака была разносторонняя, и отобрать таких собак для дальнейшей племенной работы. Я думаю, что мы сегодня такой цели достигли, потому что последние выставки, последние состязания показывают, что наши собаки абсолютно конкурентоспособны с любыми собаками европейскими. И мы выставляли своих собак. Я ездил на чемпионат мира в Чехию. ИКП называется этот чемпионат, проводится раз в 2 года. Ну, то, что я там увидел и увидел своих собак, они абсолютно конкурентоспособны. То есть мы идем правильным абсолютно путем. То есть ты позитивно оцениваешь поголовье лягавых, которые сегодня... Да, особенно немецких лягавых. Когда мы ездили на ИКП в позапрошлом году, наша собака из Хмельницкого, Оборонкова Анатолия, она стала чемпионом мира. Вы понимаете, что собака Украины стала чемпионом мира. Для нас это приятно. Значит, мы идем правильным путем. Ну что ж, гадаю, саме зараз доречно пригадати епізоди слобожанських комплексних змагань. Відомо, що для мисливця осінь жадана пора. Але для власника мисливської собаки вона особливо довгоочікувана. Адже окрім самого полювання, приходить пора багатьох видів змагань для мисливських собак. Це розповідь про харківські регіональні змагання континентальних лягавих. Я хочу поздравить всех участников состязаний с первыми харьковскими областными комплексными испытаниями немецких лягавых. Насколько я знаю, это впервые в Украине проводится такое мероприятие. Наши собаки будут соревноваться 2 дня в 4 видах
работ, то, что требуется от немецких легавых. Сегодня им предстоит пройти проверку в поле по перепелу и по водоплавающей птице по утке, а завтра они должны будут проявить свои зверовые качества, работу по кабану и кровяному следу. Лежать! Лежать! Идем на солнце. Ветерок послушает. Вот так. Достаточно опытная, по перепелу работает не один раз уже, давненько. В принципе, всегда удачно, как правило. Поэтому, я думаю, жду от него хорошей работы. Поискать, поискать, поискать! Собака осталась без расценки, снята. За что собака снята? 3 пропуска птицы. То есть прошла, птица поднялась под того пространства, которое мы обыскали. Собака ее не причула, никак не среагировала. Мы сделали скидку на первую птицу. Там собака и за ветром пошла. И на предпоследнюю. На предпоследнюю тоже сделали скидку. Вот эта, которая там тоже на полветра. Ну, одна, вторая, третья. Непонятно мне, честно говоря. Я сейчас расскажу, в чем суть вопроса. Собака не виновата в этих всех бедах, виноват владелец. У нас собака неправильно натаскана. Смотри. Вот смотрите, я говорю, рисунок челнока. Вот она вот так у тебя ходит. У вас неправильно ложится параллели. Опа, 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 и пошла колесить. То есть из-за здесь ворот, она, допустим, делает потяжку, вот здесь потяжку. Проверила, вот это место не обыскала, вот так сделает челнок. Смотри, что надо делать. Плотно-плотно водить вот таким челноком. Взять веревочку и челноком, чтобы она вот выписывала буквально... Вот эта параллель палочка должна от палочки, быть. Ну, 5 метров для 5-10 собаки. 5-10 метров при натаске. 10 это много, натаска 5 метров. Чтобы она ложилась, шел-шел, взял веревочку, пошел туда, извиняюсь, дернул сюда. Плотно, пускай даже под ногами собака идет, стань назад, чтобы она впереди тебя прошла. Чуть-чуть поворачивает под тебя, нажми на собаку, подойди к ней, чтобы она прошла вперед, ты понимаешь? Угу. Вот эти вещи надо обращать внимание, и все будет нормально. Собака нормальная, претензий нет. Это же недоработка твоя, чисто твоя. Да, ты охотишься, да, охотиться в принципе можно, и так, и сяк можно охотиться. Ну а для этих мероприятий надо вот эти вещи. У нас состязание. Да. Я, честно говоря, в шоке, потому что я даже удивлен, почему он пропустил, я даже не могу понять. В среду работала сова прекрасно, я взял 8 перепелов из-под него, без всяких проблем, и, ну, то есть, как бы, честно говоря, я удивлен, что такое, не знаю, челнок это само собой, но, Дарк, хватит, непонятно, я, конечно, очень огорчен и удивлен, насчет перепел вообще был спокойный, но я в среду только охотился, только охотили в среду, буквально. Не ковыряй, гряб! Не скат! Ищи, 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 тропа! Не ковыряй! Ищи, ищи!
тяжелая работа, собака вымоталась кошмарно. Сухо, уже время без 20:11, ну жара больше 25 градусов. Но тем не менее, три красивых работы, три стойки великолепных. Вторую работу, вернее третью работу по перемещенной птице сделал. Вот, то есть ну, мы его подвели чуть-чуть, и он четко обозначил место. Собака не гонит, хорошо ложится под подъем птицы. Ну, в принципе, давай. Молодец. Газы 8, 7-8, давай. 7-8. 6 лет. Чистый птичник. Зверь, ну, туда-сюда, как получится. Ну, в основном это охота по перепелу, бекасу, куропатка, коростель. Ну, в основном полевая и луговая птица. Но также болотная, если учесть бекас. 6 лет, чемпион Украины. 2 помета. Собака закончила испытание с таким результатом. Диплом 3-й степени. У собаки нормальный челнок, нормальная постановка послушания. Единственное, что, почему собака не получила при таких высоких, скажем, баллах, диплом 1-й степени. Не хватает дальности. Хвостик был чисто в американском стиле, вот так. Да не, он напужал, он меня еще там напужал, когда он подводку начал делать подводку 8 метров. Думаю, ну, сейчас вот все. Интересная собака, но да. Не повезло. Ганьба более 10 держи, метров, да. Собака снята с состязаний по перепелу. По закінченні змагань на перепелиному полі учасники Кубка Слобожанщини вирушили змагатися по водоплавній дичині. Напередодні змагань у Лугові озера було випущено 20 штучно виведених диких качок. Внимание уделяємо на те, щоб собака йшла в камиш, біла камиш, працювала в камише, вигнала утку на чисту воду або підняла її на крило. Основний показатель – працювати в камиші, як собака бьет камыш. Хождение у ноги в течение 10 минут. И не, если собака не идет в поезд, собака снимается. Вот собака должна выгнать сейчас нам уточку, выставить под выстрел на зеркало вот этого болотца. Ищи.
Подай. Подаю от него. Дайте с воды. Так, я выхожу. Там, папа, полка. Юта. Поздравляю вас, диплом второй степени 83 балла, чутье обоняния слух зрения 19, поиск хороший показал 12 баллов из 15, настойчивость в работе 12 из 15, вязкость 8 из 10, подача нам очень понравилась 23 балла из 25, то есть подача на диплом первой степени, послушание 9, итого 83 балла диплом второй степени. Вы поняли, собака должна искать, а не вывести должны собаку по камышам. Есть понятие, поиск собаки, и есть она просто с вами прогуливается по камышам. Чтобы этого не было, лучше всего идти или по урезу воды, или по урезу берега. А собака работает, тогда мы увидим ясность работы. Если у вас собака не готова, давайте посмотрим то, что есть. Работала она так? Она работала, да, но в основном работала там как? С внутренней стороны воды. Ну как с внутренней? Ну, в смысле, в камышах работала? Да, в камышах, конечно. Вот давай, камыш. Пускайте. Ищи. Ко мне сюда, подожди. Ко мне. На берегу, да. Ой. Вот дважды, вот здесь не прихватил, вот след. Не вижу я утки. Отлично. Мое мнение, я не знаю, значит утка переместилась просто как-то немножко, может быть, сбилась куда-то. Но я не вижу, потому что я собака заходила несколько раз именно там, где указывает эксперт за, по глубокому следу паутинному. Но тем не менее, почему-то там ее не нашла. Значит, она переместилась, очевидно. Ну, ничего, посмотрим. Вы не расстроены? Нет, нет участия в любом случае. У нас диплом второй степени по утке есть, поэтому я знаю работу своей собаки. Все в порядке. Давай. Тяжело, вязко. Давай, искать. Ну, собаки еще у тебя. Давай, пошел. Здесь искать! Хорошо, граф, ко мне! Графа, ко мне! Граф, ко мне! Пойди! Давай, падай, скорее ко мне! Ко мне, хорошо, граф, давай, маленький, давай, ко мне, давай, дай. Хорошо! Извиняйте, пики у нас живых не подает. Иди ко мне, Рон! Дай. Рядом! Так долго искал, сразу отдавал. Чуть нельзя.
что ты шею придавил? Подача оценивается максимальной баром и в руки. Да, если на обрезе воды, меньше бара, поняли, да? Ко мне. Иди ко мне. Давай, тяжело. Ко мне. Дай. Все. Тихо. Дай, принеси. Давай, принеси. Ай, умница. Все, ладно, я. Да. Вышли на диплом второй степени. Максимальные баллы на диплом второй степени 18 баллов. Все, вы набрали 16 баллов на диплом третьей степени. То есть вам надо будет поработать домашнюю заготовочку. Это подача. Диплом третьей степени, баллы мы сейчас посчитаем. Рядом! Место! Даун! 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 Сюда! Куда пошла? Иди сюда! Фу! 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 Иди сюда! Дуже часто небажання учасників виконувати обов'язкове правило тримати собаку на поводкові призводить до подібних кур'йозів. На жаль, для багатьох лягавих подача битої птиці виявилася проблемною дисципліною. Сегодняшний день по полевым испытаниям, значит, принес нам из 9 собак сработало 7 собак, по утке сработало у нас 6 собак с высокими результатами по утке. Диплом второй степени у нас 3, по полю у нас дипломов второй степени нет, но есть дипломы третьей степени с очень высокими баллами. Собаки показали себя на высоком уровне. Завтра будет все решаться, что нам покажет кровяной след и зверь. То есть по вольерному кабану будут испытаны наши островные континентальные лягавы. Завтра посмотрим. Ну що ж, якщо в тебе не буде заперечень, я пропоную продовжити нашу розмову і наступного разу поговорити про використання лягавої на звірових полюваннях. А цього разу ми даруємо тобі нашу візитівку і сподіваємося на наступну зустріч. Большое спасибо програмі «Дальній кордон».